Про те, що в Деснянському кварталі, колишній Невський, за дитячим садком «Калинка» з'явилась невелика алея і сакур, нам сказали жителі котеджів. І 9 травня ми пішли подивитись і зустрілись біля яскравих дерев з Валентиною Семеновною Книшевич, ініціатором посадки цих дерев. Мені хотілося залишити цю таку пам'ять. Пам'ять о собі. Тут не тільки о собі, тут люди гуляють, щоб їм було приємно. У нас план з Ігорем продовжити далі, але нам мішає вот там мусорник, который сосед оставил, уже несколько лет. Ну, хоть депутаты поинтересовались бы, пришли. Вот Чесноков, когда был, он хоть отчеты какие-то делал. А сейчас мы депутатов не видим. Я прям Юрий Кириллович хочу сказать, ну, пора власть употребить. Вот этот мусорник. Мне такую стену тюремную... Зачем? Зачем отделяться? Вот когда мы поселялись, здесь же был низкий забор, все прозрачно. Ой, я в Прибалтике была, по Европе ездила. Ну где вы увидите такие заборы? Красота! Ой, а в Западной Украине? Я ходила и любовалась. Один палисадник хорош, второй еще лучше, третий еще лучше. Красотища просто. Так, звичайно, двометровий паркан у сусідів дещо не вписується в шляхетний вчинок Валентини Семеновни, яка посадила таку чудову алею. Утром встаю. Мне Игорь: «Доброе утро, Валентина Семеновна! Как здоровье? Не надо ли чего помочь? Зачем друг от друга отделяться? Да еще такой стеной!» Меня это вот возмущает. И никому я, депутату Чеснокову-то, сказала, на что я сделаю? Вот это. И я задумала вот этот пустырь превратить, ну, в красоту какую-то, поставить деревья. Но я думала посадить яблони, груши, что-нибудь садовое. Ну, Жигала умница Людмила Ивановна мне говорит: а вот они вырастут, яблоки будут падать, будут гнить, кому это надо будет? Надо что-то другое. И тут Катя, вторая умница, с Игорем говорит: а давайте сакуру поставим. Ну, конечно, они мне сказали сумму, я, конечно, поморщилась, сказала: да, 1200 стоит одно дерево. А потом думаю: да что с этой жизни? Что такое деньги? Куплю. А вот сейчас я еще одно дерево заказала, Игорь привезет на этой неделе. Вот там сухое, это тоже дерево. Это тоже сахар, но высохло, который, да? То же самое, но вырастет. А, да. Не выросло, да? Ну вот, у меня такая вот была. А еще почему? Здесь вот этот наш сосед устроил дорогу автомобильную. Он ездил по дороге. Вот. Вы знаете, я сейчас вам скажу, чтобы посмеялись люди. Я 85 лет тащу эти шины колесные, разложила три, чтобы он не ездил. Ну, это разве дело? Здесь нельзя ездить, потому что колодец. Его предупредили, сказали. Так он вот прямо отсюда начинал и ездил. Вот ехал, да? Февраль, март, вот эти, до весны. Ну, я шинами перегородила, а потом вот эти деревья. Да. Не только центр города надо украшать. Конечно. Надо, чтобы каждый около дома чистоту наводил. И все, мы живем для людей, не только для себя. Ну и себе же приятно выглянуть и в окно себе и приятно посмотреть. Да. Да. Не на шина, а на магнолию. Ну да, и осенью, когда мы посадили, я так говорю: ну там какие-то палки стоят, и вдруг они зацвели. Это вот просто душа моя поет, и все. Да как зацвели, я не ожидала этого. Да, вообще первый год они обычно и не очень цветут. И мне захотелось еще штуки три посадить туда дальше, но они упираются в мусорник. Ну, я думаю, что совместно мы как-то убедимся не препятствовать этому делу. Не препятствовать, надо убрать. Да, согласен. Почему они интересуются? Я обращаюсь ко всем. Люди, будьте добрее, будьте друг другу. Особенно в наше время надо ценить друг друга и делать добро. У поліві дерев допоміг і наш оператор Олександр. А ще Валентина Семенівна згадала про добровільних помічників. Щоб посадити ці дерев'я, я обов'язково хочу сказати, як вирити ці ями, вони великі. Ну, Юрій Петрович Каленський ні слова не сказав. Він одразу швидко три ями вирив, і ми посадили. Ну, то є добрі люди. Да? Ну, просто треба звернутися до людям, к внутрішньому позиву. Да. І ще хочеться сказати, що я старый человек. Я так довольна, что я живу в Украине и в Славутич. Это просто мне подарок судьбы. Ну, прошу прощения, я вот к украинскому языку. На русском языке, ну,
уже старая, уже сыновья мои, сын на украинском, внук, все в украинской мове, вот. А это мы назвали Аллея Перемоги. Ось якби всі словочани також ставились до навколишньої природи і садили алеї не тільки у себе на ділянках, а і за парканами, недалеко від будинків, тоді Славутич точно був би місто-сад. А ви як вважаєте?